пойдет фуди фрип на шамане, если продолжишь шипом, фул шип на шамане у ворока 60% хп, 50-40. Показали, что такое РМД, и выиграли достаточно быстро. Не, не проблема, они так и не могут, то есть они банально столкнулись с проблемой от питья, и они забайтились, да, они причем забайтились на это питье, потеряли позицию все же, то есть у Варлока не было двух телепортов друг с другом. Ну да, чтобы идти агрессивно, нужно, это именно, как это... я сказал, тринкет на шамане.